Добрый день. Мы давно не встречались в «Сумерках богов», чтобы поговорить о новых спектаклях и московских премьерах. В последнее время у нас все время были интервью со звездами. Но сегодня мы возвращаемся к нашей излюбленной все-таки теме. Это свежие спектакли, которые можно увидеть в московских театрах, но и не только. Сегодня, мне кажется, самая важная тема – это начало декабря, а значит, внимание всего мира приковано к театру «Ла Скала» в Милане, где открывается очередной сезон, а у нас тут в Москве были свои интересные события. По поводу «Ла Скала» надо сказать, что 7 декабря – это специальный день, день Святого Амброзия, покровителя Милана, и в этот день в «Ла Скала» происходит не просто представление, не просто спектакль, а некое шоу, в котором участвуют политики, звезды всех мастей. Билеты стоят сумасшедших денег, 3000 евро. И в этот вечер театр заполняется действительно, заполняют крем де ля крем итальянской политической и культурной жизни. Ну, а что увидят люди на сцене, это на самом деле не совсем важно, потому что для кого-то важно показать свои костюмы и платья, а для кого-то, как для знаменитых лоджианистов, людей, которые сидят на галерке, очень этот вечер важен, потому что в этот вечер принято кричать громко «бу!». Чаще всего всем исполнителям, которые на сцене, но больше всего режиссерам. Ну и заодно молодым певцам, например, которые дебютируют. В общем, это такой непреложный закон, который впервые за многие десятилетия существования театра «Ла Скала» в этом году был нарушен. Нарушен он был ради нашей соотечественницы Анны Нетребко и ее мужа тенора Юсифа Айвазова, которые вместе исполняли главные партии в спектакле «Андре Шенье». Так было придумано главным дирижером театра Рикардо Шаи, который еще на пресс-конференции объявил, что он запрещает хлопать и отменяет выходы на поклоны каждого артиста по отдельности. То есть таким образом был нарушен существующий обычай, который можно, с одной стороны, назвать варварским, потому что, конечно, он самый страшный в жизни артиста. С другой стороны, согласитесь, в этом был всегда какой-то сумасшедший челлендж, потому что артист, который выходил после спектакля один на поклоны, он никогда не знал, что произойдет с ним, как изменится его судьба в этот момент. Но самое главное, мне кажется, челлендж заключается в том, что настоящий артист, который верит в то, что у него есть большой талант, он готов и услышать «бу» в свой адрес, и б, он в состоянии своим пением, своим исполнением изменить мнение галерки и вместо «бу» получить сумасшедшие «браво». Мне кажется, в том, что Примадонна Нетребко вместе со своим мужем-тенором отказались выходить на поклоны поодиночке, есть некая игра в поддавки с публикой, и это неправильный ход, на мой взгляд. Впрочем, бояться было чего, потому что, как мы все увидели в телевизионной трансляции, которая была и итальянскими каналами, организованно ее показывала Арте, я смотрел по Арте. Спектакль этот, ну, как бы сказать, помягче, оставлял желать много лучшего. Во-первых, сама по себе постановка режиссера Марио Мартоне, она была, ну, такая очень-очень вялая и провинциальная. Как-то не было ощущения даже того, что в «Ла Скала» хороший государственный бюджет, который можно потратить хотя бы на красивые костюмы. Как-то все это было очень, на мой взгляд, провинциально, убого. И вообще напомнило мне азербайджанскую оперу в Баку, где я смотрел в 90-х годах спектакль «Лейли и Меджнун». Самое что-то такое очень глухое и провинциальное. Что касается вокала, да, ну,
Конечно, можно пожалеть только Юсифа Эйвазова, который оказался в ситуации, когда, в общем, он должен был выйти на сцену в коронной партии, которую до него на сцене «Ла Скала», например, в последней постановке пел Пласидо Доминго. Было это, правда, очень много лет назад. Опера эта долго не шла, Андре Шенье, опера Джордана, которая, в общем, была последние годы очень редко звучала на этой сцене. Поэтому ему с его лирическим, в общем-то, голосом было довольно трудновато, как мне показалось. И вообще у меня вызывает большое сомнение его участие в спектакле «Пиковая дама» Большого театра в феврале, где он вот таким лирическим голосом собирается петь оперу «Партию Германа». Удивительно. Кроме того, тенор явно испытывал, ну, не свободу. Он, поскольку телевизионная камера, как всегда, выдает все и показывает его крупным планом, и на крупных планах было видно, что он внимательно следит в основном за дирижером, чем работает над образом. Поэтому мне показалось, что страхи по поводу криков «Бу», которые не были реализованы, в общем, были не напрасны. Примерно та же история происходила и с его сиятельной супругой, потому что мы говорили после Зальцбургского фестиваля о том, что Анна Нетребко активно осваивает драматический репертуар, и вот не прошло и нескольких месяцев, как после «Аиды», премьеры в «Аиде», она спела новую тяжелую драматическую партию. По объему она, конечно, не такая большая, как «Аида», но здесь тоже есть что попеть, есть дуэты и есть ансамбли. И, в общем, меня тоже не убеждает это пение, потому что мне кажется, что этот репертуар пока еще ею не освоен. Репертуар очень тяжелый, драматический, поэтому певица все укрупняет, утяжеляет. Достаточно сказать, что знаменитую арию «Ля мама морта», очень тяжелую, очень драматическую, очень низкую для нее, она пела, сидя на кровати, опершись руками об эту кровать. Сама поза выдавала какое-то желание получить дополнительную опору для голоса. В общем, мне не показалось, что и по образу, и по характеру это законченная роль. Мы вновь увидели, как и в Зальцбургской «Аиде», что певица, которая претендует на звание буквально чуть ли не первой примадонны в мире, выходит петь самые ответственные спектакли, таким, каким должно быть открытие сезона в «Ла Скала», недостаточно подготовленная, недостаточно впетая, недостаточно вошедшая в театральный образ. Да? То есть мы видим постоянно тяжелую работу артистки над вокальной партией. Все-таки те люди, которые заплатили по 3000 евро за билет, должны были услышать, на мой взгляд, некое свободное исполнение партии. Когда артист сросся с этой партией, он свободно представляет на сцене героя, он живет переживаниями этого героя. В общем, это такие банальности, которые, о которых, в общем, в принципе, даже говорить мы не должны, когда говорим о больших артистах уровня мировых оперных звезд. Но уже второй раз за несколько месяцев я вижу, что происходит странная такая история с Анной Нетребко, когда она вдруг оказывается на сцене не в идеальной форме, а скорее это все выглядит как недоработанное, недопетое, недоученное и недоотрепетированное. В этом смысле очень пугает ее дальнейшее продвижение в сторону драматического репертуара, потому что в конце, по-моему, апреля обещана «Тоска» с ее участием в «Метрополитен Опера», хотя две «Тоски» летом в Мюнхене уже она отменила. Так что сейчас, конечно, очень интересно будет, споет ли она эти «Тоски» в Нью-Йорке весной. Вообще, это многострадальная «Тоска», потому что сначала от участия в этой опере отказалась Кристина Ополес, и в этом спектакле будет петь другая примадонна Соня Юнчева, которая, на мой взгляд, тоже обладает слишком легким голосом. В общем, какая-то несчастная судьба у этой новой постановки «Тоски» в Нью-Йорке. Но будем следить за развитием событий, что называется. Ну, а пока весь мир внимательно следил за открытием сезона в «Ла Скала» и обсуждал
как теперь принято говорить, даже уже устоявшийся такой есть образ в наших СМИ, звездную пару Нетребко и Вазов. По-моему, единственная страна, где никому не было почти это интересно, вот кроме нас совсем кучки любителей, которые смотрели Арте, это была Россия. Да? Наши каналы телевизионные не стали транслировать, хотя несколько лет назад транслировали открытие сезона с Нетребко в партии Джованны Д'Арко, опера Верди, как называется. У нас на всякую Нетребко нашелся свой Нуриев. И у нас в минувшую субботу состоялась таки долгожданная мировая премьера балета «Нуриев». И здесь надо сказать еще один важный момент отметить. Бывают такие обстоятельства, которые делают артистов заложниками. Да? Вот в принципе, условно говоря, Юсиф Эйвазов был заложником ситуации, когда он должен был выйти и спеть на открытии сезона «Ла Скала» так, как здесь не пел Доминго. Как мы понимаем, ситуация эта всегда приводит к тому, что так не происходит. Примерно такая же ситуация сложилась с балетом «Нуриев». Если бы он был показан в июле, как был планировался, то он был бы показан, и все бы ничего страшного, наверное, не случилось. Но сегодня, по-моему, мы не получили ответ внятный только на один вопрос. Почему уже в июле месяце этот спектакль отменили? Потому что то, что мы увидели в субботу в Большом театре, я думаю, ничем принципиально не отличалось по уровню подготовки, ничем принципиально не отличалось от того, что было в июле. Потому что ссылались на неподготовленность кардебалет, но и в субботу минувшую и кардебалет не был на таком уровне, чтобы сказать, что они отрепетировали все идеально. Тогда мешали гастроли в Японию, сейчас большая работа над выпуском предыдущего спектакля «Ромео и Джульетта», потому что Нуриев был вставлен между другими спектаклями. В общем, непонятным остается ответ на главный вопрос. Почему этот спектакль не показали тогда? Потому что предположить, что таким образом дирекция театра нагнетала внимание к этому спектаклю для того, чтобы вы же знаете, слышали наверняка, что билеты продавались только в кассах, даже на билете написано, что только действительно при предъявлении паспорта. Вот тут написана моя фамилия и номер моего паспорта, не буду показывать, а то кто-нибудь возьмет кредит. Вся эта история, вся эта шумиха, вся эта все это нагнетание в обществе, достаточно почитать комменты, которые пишут простые, далекие от театра люди в социальных сетях, и сейчас будут еще больше писать. Надо сказать, что вот это все нагнетание привело к тому, как правильно заметил один фолловер у меня на странице в Фейсбуке, он написал: «После такого скандала должен быть точно абсолютный шедевр». Вы же понимаете, что артисты, и в том числе и Кирилл Серебренников, и все, кто с ним работал, стали в данной ситуации заложниками. Про Кирилла можно сказать прям даже в прямом смысле, потому что никто не знает, но думаю, что если бы спектакль был выпущен в июле, то была бы вероятность, что все-таки и судьба его иначе сложилась, потому что, согласитесь, все, что не делается, все оказывает влияние на общественное мнение, на судей, на прокуратуру, на работников прокуратуры, следственных органов. Мне кажется, все могло быть иначе. Но сейчас не об этом. Потому что, конечно, с одной стороны, сейчас просто противопоказано многим анализировать этот спектакль как художественное явление. Но и я уверен в этом, что сам бы Кирилл, если бы все это состоялось, он бы наверняка спросил меня, как тебе? И всегда, когда мы с ним так разговаривали, он ждал честного ответа. И поэтому я сегодня хочу сказать Кириллу, дать ему тот честный ответ, которого он от меня всегда ждал, и по поводу этого спектакля тоже. В спектакле «Нуриев» есть несколько очень важных положительных моментов, я считаю. Во-первых, на мой взгляд,
гениально придуманная тем же Кириллом конструкция. Да? Она простая, она не то чтобы открытие, да, но история с аукционом, посмертным аукционом и продажей вещей Нуреева помогает сделать калейдоскоп событий из его жизни каким-то осмысленным и сделать правильные переходы от одной стадии жизни к другой. Во-вторых, конечно, в этом опять же заслуга большая Кирилла Серебренникова, сценарий, написанный им. Это сценарий не просто о балетном танцовщике, не просто о капризной звезде, бежавшей на Запад от советского режима. Это спектакль в какой-то мере, как любое высказывание художника, праведческое и прозорливое высказывание на тему художника и свобода. Потому что мы видим, что в балете все время черты конкретного персонажа Нуриева размываются, и появляется тема человека, который может творить только в условиях полной творческой свободы. Что, собственно, как всегда, Кирилл говорит в любом своем спектакле. И я думаю, в этом есть какая-то экзистенциальность его высказывания. Да? Он говорит всегда и о себе в первую очередь. Очень важно, мне кажется, в этом спектакле то, что, в принципе, это не биография, да, что это не последовательная история каких-то жизненных ситуаций, не тетрализованные мемуары самого Нуреева или каких-то других его друзей. Это вспышки, такие флеш-вспышки, в разные периоды его жизни, в разные его эмоциональные состояния. Там есть абсолютно четкая, важная, главная идея. Да? Свобода тоже стоит и стоит очень дорого, потому что за свою свободу он расплачивается тем, что он попадает в другие условия жизни, которые он принимает, а с другой стороны он становится заложником этого, и его одиночество финальное на острове, который принадлежал ему, это вот невероятно сильная по смыслу и по тому, что она хочет передать, сцена. Ведь мы все становимся заложниками собственной жизни, когда пытаемся ее сильно изменить, когда пытаемся изменить в ней очень важные вещи. Кирилл, выступавший еще и сценографом, придумал очень интересную конструкцию. В общем, это то, что работает очень хорошо на спектакль, и я думаю, то, что сделает этот спектакль интересным, его будут хотеть смотреть, его будут хотеть пересматривать именно из-за этого. Теперь я хочу сказать о том, что, мне кажется, не очень удалось в этом спектакле. На мой взгляд, в нем просто чудовищная музыка. И очень обидно знать, что молодой композитор Илья Демуцкий, который в предыдущей работе с Серебренниковым и хореографом Посоховым совершил просто какой-то замечательный прорыв в балетной музыке, во всяком случае, это было ощущение, что это музыка молодого композитора, у которого есть будущее. Вот здесь, в Нурееве, к сожалению, Илья Демуцкий идет на поводу у зрителя, превращая партитуру в набор узнаваемых цитат из разной балетной музыки. Сейчас модно говорить о том, что в этом случае композитор вступает в диалог с Чайковским или даже с Минкусом. Проблема в том, что как только Демуцкий вступает в диалог с этими композиторами, он им сразу проигрывает. Простите, но это именно так. И, знаете, мне показалось, что когда уже зазвучало аджетто из Пятой симфонии Малера в довольно неприкрытом, да, довольно большой цитатой, которая не сразу стала трансформироваться, мне показалось, что это вообще уже просто чересчур много для одного балета вот таких узнаваний. Потому что когда идет механическое смешивание мелодии из «Щелкунчика» и «Лебединого озера» или из «Спящей красавицы» и «Дон Кихота», очень много этого. И мне показалось, что как-то композитор движется в не очень правильном направлении. Тем более, что он сейчас пишет новый балет, который они с Посоховым ставят где-то в Северной Америке. И мне кажется, что если этот новый балет движется
по-моему, это Анна Каренина, не буду врать. Но если он музыкально движется в этом же направлении, то это какой-то, мне кажется, абсолютный тупик. И у меня было все время ощущение, что эту музыку написал очень старый, дряхлый, такой член Союза композиторов с 50-летней карьерой в этом Союзе, вот, а не молодой человек, которого я знаю по очень интересным работам и в фильмах Кирилла Серебренникова, и в его спектаклях, и вот в предыдущем их совместном спектакле «Герой нашего времени». Вообще, надо сказать, что главным заложником в этой ситуации оказывается именно «Герой нашего времени», потому что балет предыдущий, собственно, из которого... из успеха которого родился Нуреев, балет, сделанный Дымуцким, Серебренниковым и хореографом Посоховым, он до сегодняшнего дня идет в репертуаре, он не запрещался, поэтому там нет, там литературная основа, Лермонтов, там нет голых фотографий, поэтому этот балет прекрасный, никому не нужен, он продается по 4000 рублей. И вот, мне кажется, самое страшное в нынешней ситуации нашей это то, что Большой театр становится все чаще интересен публикой только в момент скандала. Да? «Дети Розенталя», «Руслан и Людмила», теперь балет «Нуреев». Вот тут мы видели на премьере практически весь тот же «Бомон», которого не было в театре со времен открытия после реконструкции, когда билеты раздавало правительство. Что касается работы Юрия Посохова. Вы понимаете, что спектакль этот абсолютно синтетический, поэтому я позволяю себе в данном случае выступать и в роли эксперта такого синтетического действия, в котором хореография не является основным элементом. Юрий Посохов появился в театре уже давно. Еще в то время, когда я там работал, он поставил два волшебных, на мой взгляд, совершенно спектакля: «Магритоманию» и «Золушку Прокофьева». Это был очень интересный проект. К сожалению, спектакль быстро исчез из репертуара. Потом была классическая симфония Прокофьева, которая тоже была, в общем, довольно грязно станцована. Помню ее как член экспертного совета «Золотой маски». И поэтому не попав, она, этот балет не попал в шорт-лист «Маски», не попал в номинанты. Вот. Юрий Посохов всегда активно стремится к сотрудничеству с режиссером. Мне кажется, это, в общем-то, неплохо в том случае, именно когда Большой театр ждет от своих постановщиков многоактных спектаклей с литературной какой-то или, вот, как мы теперь знаем, биографической основой. Ну, то есть, если в том случае, если Большой театр хочет сюжетный балет, мне кажется, очень похвально стремление Юрия Посохова работать в этом случае с режиссером. В моей жизни был очень интересный эпизод, когда я пришел работать в Большой театр. Вот, что называется, так случилось, что мне пришлось придумать на пустом месте проект, который назывался «Ромео и Джульетта», вместе с хореографом Раду Поклетару и режиссером Декланом Доналаном. И я тогда впервые в жизни увидел в классе, как меняется суть балетного артиста, когда с ним работает в том числе и режиссер. Кстати, тогда на самую первую пробную репетицию Деклану Доналану выделили Дениса Савина, который сегодня вот танцует и в балете «Нуреев», и вообще стал одним из премьером. И надо сказать, что, конечно, было понятно уже в тот момент, что этот человек обладает театральной природой. И я уверен, что если бы с ним не работали и Деклан Доналан, и Кирилл Серебренников, то он бы мог так и остаться, в общем, некой такой балетным середняком. А именно режиссеры помогли вот в том числе ему и еще многим другим артистам открыть в себе такую театральную природу, которая сделала и вывела их, условно говоря, на передовые рубежи труппы. И Юрий Посохов, в общем, прекрасный хореограф в сегодняшнее время, когда весь мир испытывает дефицит классических хореографов, способных поставить большой спектакль, длящийся там 2 часа, с антрактом, с сюжетом, да, мы, конечно, все ждем от него новых и новых побед. Вот «Герой нашего времени» был именно такой победой. Возможно, потому что там все-таки был вот этот сплав единомышленников, композитор, режиссер, хореограф. Мне кажется,
История с Нуриевым была не самой хорошей для Юрия Посохова, именно потому, что все-таки балет занимает не главенствующую роль. Это не драматургическое начало в этой постановке. Да? Вообще в спектакле очень много разговоров. Ужас заключается в том, что они очень часто не слышны на фоне музыки, или мешают музыке, или превращаются в кашу, скороговорку. Поэтому вот артист Игорь Верник, который был на премьере, на мой взгляд, очень сильно портил это действо. Но, возвращаясь к Посохову, надо сказать, что в спектакле очень много таких пустых и проходных мест. Хореографически, да, они не становятся... Много мест, в которых хореография не становится откровением. Есть очень интересные истории, опять же, придуманные Кириллом Серебренниковым, которые очень здорово разбавляют этот байопик. Это истории с заказом. Да? Большой театр обратился к известным французским танцовщикам, мужчинам, которые работали под руководством Нуриева. И они написали сегодня, из 2017 года, письмо великому артисту и к его партнершам Наталье Макаровой и Алле Осипенко, которые тоже написали из сегодняшнего дня письма Нурееву. Лучше всего мне показалось вообще второй акт этого спектакля, намного концентрированнее, и там хореография лучше, и заканчивается он прекрасной сценой. Вот тут действительно можно вспомнить о большом таланте Посохова и танцовщика, и хореографа. Это такой парафраз на тему теней из балета Баядерка, который танцуют не только женщины, но и мужчины. Это очень вдруг действует очень ярко на зрительный зал. И кажется, что люди ждали вот этого такого, знаете, настоящего хореографического пира. Да, спектакль заканчивается очень необычно. Больной Нуриев получает дирижерскую палочку и походкой уже не твердой спускается в оркестровую яму, где, как и было в жизни, дирижирует балетом Баядерка. Зал торопится аплодировать, хотя сцена задумана именно так. Занавес закрывается, а Нуриев еще дирижирует спектаклем, который он сам поставил, сам продирижировал. Да и стоит он не только во фраке, но и в тюрбане Салора из Баядерки. В общем, этот финал, можно сказать, очень-очень удачный. И он относится к тем моментам в этом спектакле, которые трогают, мгновенно задевают, значит, все чувствительные струны в душах зрителей. И, конечно, спектакль этот был бы, наверное, не так прекрасен, если бы не те артисты, которые в нем участвовали. Поэтому в заключении как бы своего обзора мне хочется сказать, что как бы ни относились зрители к тому, что происходит на сцене, все равно в таком спектакле, где заняты балетные звезды Большого театра, естественно, внимание все равно зала приковано больше к ним. И то, что там у даже танцовщиков-премьеров и у прим-балерин есть маленькие такие эпизоды танцевальные, это делает спектакль, конечно, красивым. Не могу не сказать, тут мнение очень сильно расходится, на меня очень сильно произвел впечатление Влад Лантратов. Мне кажется, что это как раз для него очень мощный именно актерский прорыв. Он на сцене был нервным, как раз было ощущение, что все ужасы жизни звезды а-ля Нуриев с сумасшедшими гастролями по миру, в попытках постоянно уйти от папарацци, в попытках найти, так сказать, себя в чужеродных условиях. Вот все это, мне кажется, очень совпадало по энергетике у этого артиста. И финал им сыгран был просто блестящий на уровне, в общем, работы настоящего драматического артиста. Сегодня нужно понять главное, что Нуриев должен встраиваться в репертуар. То есть надо уходить от системы вот этих сумасшедших непонятных продаж и так далее. Надо всячески ограничивать этот спектакль от ненужных ему
шумихи и разговоров на тему, что там что-то запретное, что-то ужасное. Кстати, наверное, когда Кирилл выйдет из-под своего домашнего ареста, он сможет нам рассказать, что же все-таки изменилось в этом спектакле. Мы знаем, что пару изменений в нем есть, поскольку либретто спектакля напечатано, и у Кирилла сцена Нуреева и его любовника Эрика Бруно заканчивается скандалом и швырянием пепельниц в зеркала. На сцене мы этого не видели. Ну и, конечно, мы не увидели главного. Огромные деньги, потраченные на фотографии Аведона, которые должны были показывать раскрепощение Нуреева, не только душевное, но и телесное. Мы этого, конечно, не увидели. Фотография – это самая знаменитая, была показана так быстро, так блекло, и срам Нуреева был прикрыт роялем. Так что, в общем, теперь мы не понимаем, был ли это замыслом постановщика, чтобы эта фотография была на сцене, или, в общем, это изначально было дирекцией театра оговорено, что этого не должно быть. Но, тем не менее, мне кажется, самое главное для этого спектакля – это уничтожить весь ореол запретного плода, пропаганды гомосексуализма. Вот все это должно уйти, должен остаться спектакль, который будет жить своей жизнью. Конечно, он обречен в этой ситуации на успех, да? Он заложник уже этого успеха. Он наверняка поедет на гастроли, потому что и в Париже, и в Лондоне, там, где Нуреева до сих пор помнят его танец, его, где идут иногда до сих пор его спектакли, наверняка захотят увидеть. И мне кажется, вот это очень важно сейчас, избавиться от этой предпремьерной истерики и всей той ситуации, которая сопутствовала выпуску этого спектакля, и перейти к нормальному человеческому его прокату. Друзья мои, спасибо, что вы смотрите канал «Сумерки богов». В ближайшее время вас ждут еще интересные интервью с артистами разных жанров, а в новогодние праздники мы покажем обязательно обещанную угадайку. 18 декабря будет объявлен состав жюри фестиваля «Золотая маска», после чего я сделаю свой прогноз, кто и в каких номинациях получит национальную театральную премию. Это будет очень веселый новогодний выпуск. Обязательно его посмотрите. Спасибо вам и всего доброго!